Налево. На какую идем? Так, давайте я 14-ю. Надо даже как-то к дороге входить. Там сейчас... Шаги на 3 километра. На 2, потом на 9 и 12. Нравлюсь. А потом по этой дороге там возвращаться. А, да. А там там собираем. Ну, обратно. Как раз в лес мы соберем. Сам ближний как. Да, там, короче, сейчас. Там здесь, смотрите, сейчас дорога, слева 14 точек дороги. Mm-hmm. Потом идем направо, там еще две точки. Ага. И там еще дальше. Понял. Значит, то, что я вижу на картонке. Слева одна, справа еще две. Это прямо. Все лозит. Так, сразу кармашек в парад. Все положу. Налево дорогу, может быть. Сейчас. Понимаешь? Такой стандарт, да? Сейчас. Получается, как раз вот этот, там где-то квадрат и нет пересечений. Сейчас будет в конце вот этот тросик, да, короче, налево идти. Дорожка. Или вот здесь, или с этого леска. Там ров идет, блин. Походу ты линия-то ров. Что себе тормозит? Может там объезд, блядь, надо с той стороны? Может быть. Понять. Готово. Не скажи, есть там дорога альтернативная? Должны. Смотрите, если дорога направо здесь есть, едем направо. На третью точку.